центре «Подвиг» проходит военно-патриотический месячник. Однако из-за пандемии не все запланированные акции можно провести очно. Большинство проводят в онлайн-формате. Уроки мужества, благотворительные проекты, конкурсы. Очно запланированы соревнования по военно-спортивному многоборью «Магаданские витязи». Команды уже заявились. Но сроки могут сдвинуть, чтобы избежать скопления людей. Также «Подвиг» готовится к сборам. Мы готовимся сейчас к проводимым сборам, которые состоятся в летний период у нас. Это военные сборы, которые проходят традиционно в городе Владивосток. Также в том числе у нас проходят сейчас учебные сборы для учащихся образовательных учреждений, но в связи с ограничениями введенными, да, антиковидными, у нас это проходит, эти сборы проходят малыми группами. В сборах приняли участие уже 4 потока, группы не более 20 человек. В «Подвиге» обучаются 130 человек. Курсанты вместе с педагогами участвуют во многих акциях, в том числе проводят сбор помощи приюту животных «Право на жизнь».